Получилось классно. А вопросы? Какие вопросы? Это? У нас тут конкурсы, призы и подарки. Сколько можно вас слушать? Так, ребят, ну как у вас? Ничего себе. Вашу маму и нам и тут показывать. Мы щедрые, мы щедрые. Надо, заставляют нас, знаете. Причем за подарки? Я услышал, что... Нельзя забрать. Я услышал, что по подарке даже... Ребята, это помощник. Да, вот. Скажи, чао. Чао. А в ответ? Чао. Только это Италия, немножко добавим. Куда пойдем? Улыбайся. Режиссер, актер и название фильма. Да, не готов. Не уходите далеко. Следующий. Набирайте бокалы вина. Следующий. Измотанный режиссер погружается в водоворот воспоминаний. И звук. Окей, ну теперь мы выяснили режиссеры клин. Окей, но самое главное, без названия мы не можем ничего сделать. Хороший, плохой, злой! Минуточку, это почти правильно, потому что это, ну, тот же. Острова Роза. Да. Невероятная история острова Роза. Поэтому запомнили, смотрите, очень-очень интересно, и как раз это вообще настоящая история. Она уже... Папы Римского, но в судьбоносное решение вмешивается некая могущественная сила, заклятый враг католической церкви, таинственный орден иллюминатор. Так, смотри, Илюха, так, раз, три. Вы готовы? А мы, друзья, готовы? Ну подождите, не спешите, не торопитесь. Но, у нас, помимо того, что сейчас будет происходить на главной сцене, еще готов стартовать мастер-класс с итальянской кухни от Центра итальянского языка Bella Italia. У нас продолжает работу наш шатер с различными активностями. У нас по-прежнему, да, работает фудкорт. Аркетти. Аркетто, вот как раз, вот воображение у вас, да, хорошая фантазия, да, название группы как раз. Аркетто. Quartetto Archetto, все по-итальянски, все на это. Allora, встречаем Quartetto Archetto с большими, теплыми аплодисментами! Друзья, давайте, подарите нам итальянскую музыку. Как можно замуж, чтобы совершать классно.
Вообще, друзья, тут немножко подготовление, немножко саундчек, и это очень важно тоже, поэтому дай пару минут и еще и начнем.
руке нужно держать зонтик, другой нужно как-то похлопать. Но зато они уже знают, как вам сказать «молодцы» на итальянском. Вы помните, да? Брави. Давай, uno, due, tre. Брави! Вот, уже брави сразу. И только начало. Увидите, Боже, что будет. Нам говорят, что нет пива крылая. Хорошо. В таком случае... Юлю. Что? Ой, вот так.
Юля, тебе прекрасный образ, прямо вижу флаг Италии. Мы такие прямо официальные, потому что сейчас как раз официальная часть нашего фестиваля. Торжественное открытие, и мы к нему готовились, ну, организаторы вообще готовились несколько месяцев, и даже мы с тобой несколько дней. Конечно, конечно, мы готовы. А мы вообще готовы? Опять вот этот, да, Мадонна. Я, конечно, обожаю Россию. Друзья, мы говорили, по-итальянски сегодня говорим. Forza, si, а не да. Нет, да, можно, тоже, не обижайся, но просто, да. Ну, ради приличия, как в Италии, да, просто постараемся, как сегодня. А у нас отвечаем si. Окей? Uno, due, tre. Вы готовы? Si! Вот так мне нравится. Подожди, надо спросить вот галерочку. Эй, вы там, на галерочке, как у вас? Вы готовы там? Си, вот, здесь правильный ответ. Здесь, здесь, супер, отлично. На служим, они тоже вот, там, смотри, тоже сколько людей собралось. Привет, друзья! Рады вас видеть! А тут детишки вообще не боятся ничего. Русские дети, закаленные с рождения, молодцы. Мы гордимся вами, брави. Не пугаемся тут. Дождь, это вода, это красиво. То скоро дождь закончится, и наше официальное открытие случится под просто открытое солнечное или хотя бы бездождевое небо. Загадала, загадала. Да, ты сказала открытое, уже стало как раз более вот. Открытое, видишь? У меня там свой контакт, напрямую. Итак, мы, кажется, готовы продолжать. Да, итак, время начать официальную церемонию открытия Дней Италии в Екатеринбурге. Чтобы провести церемонию поистине с итальянским размахом, прошу вас, ну, в общем-то, создать некий коридор. Он у нас есть, свободный коридор. Выхода из Ельцин-центра к сцене. Галерочка, это сейчас к вам обращаюсь. У вас там выход из Ельцин-центра. Было бы классно, если бы вы чуть-чуть сделали коридор, чтобы могли выйти торжественно наши гости. А вот они и гости. А флагоносцы? Флагоносцы тоже готовы, поэтому пускай они все официально открывают. Allora, sbandieratori, ci siamo, eh? Pronti, forza! Tamburi, rulli, давай, хотим слушать вас. Eccoli qua. Позвать на сцену наших дорогих гостей. Эккули, эккули, вай, благоносцы, форца. Располагаемся. Да, просто у нас по ходу дела менять программу, поскольку, ну, тут дождь идет. Они должны были вообще тут прям триумфальный марш устроить нам. Но будут и устроить на сцену. Мальчики, получше вас идет на сцене. Тем более, чуть слегка, слегка. Ну, в конце концов, в Италии тоже бывает дождь, правда? Тоже бывает дождь. Да. Мы хотим, чтобы флагоносцы подготовились, чтобы они смогли торжественно открыть нашу церемонию.
торговой палаты господин Ферро. И теперь почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д'Агостино. Вот у нас красивая ленточка сзади, прям как принято в официальных открытиях. Но, сеньор амбассадоре, buonasera, come vede, c'è un po' di pioggia, però vede che bello il carattere dei russi. Siamo tutti insieme qui con il sorriso a festeggiare l'Italia, anche sotto la pioggia. Se ci vuole onorare un piccolo discorso, la ascoltiamo con piacere. Добрый вечер всем. Я очень рад открыть сегодня здесь, в Екатеринбурге, Italian Fest. Я продолжу по-итальянски, извините. Sono molto contento di vedere tanti cittadini di Екатеринбург per questo evento. Я очень рад поприветствовать жителей Екатеринбурга на этом нашем мероприятии. Come sapete, l'Italia è paese partner della grande fiera Innopro e per questo abbiamo deciso di organizzare una settimana di cultura e di vita all'italiana qui a Екатеринбурге. Как вы знаете, Италия в этом году страна-партнер выставки Innoprom, и поэтому мы решили организовать целую неделю итальянской жизни в Екатеринбурге. Purtroppo siamo ancora in un periodo complicato, i viaggi sono difficili, però vi aspettiamo tutti in Italia e vi faremo questa settimana vedere appunto quello che vi aspetta in Italia, la cultura, le tradizioni, l'arte, la musica, l'enogastronomia, tutto questo vi aspetta appena riuscirete finalmente a tornare in Italia. К сожалению, времена, в которых мы живем, все еще сложны, путешествовать пока еще трудно, но мы очень ждем вас в Италии, и мы решили показать вам все то, что вы увидите, когда наконец сумеете оказаться, сумеете приехать в Италию. Это искусство, культура, гастрономия, шоу и многое другое. Divertitevi. Развлекайтесь, веселитесь, получайте удовольствие. В своем многообразии, я думаю, что вы уже в него погрузились, уже начинаете испытывать те самые яркие впечатления. И здесь все настоящее. Можно попробовать настоящую Италию, попробовать ее вкус на гастрономическом фестивале, окунуться в средневековье, поучаствовав в шествиях. Можно даже забрать Италию с собой, сделав фотографию на настоящей итальянской улочке рядом с настоящим итальянским мопедом, как в наших любимых итальянских фильмах. Сейчас мы имеем с вами поистине уникальную возможность начать путешествие по Италии отсюда, из Екатеринбурга, не покидая Екатеринбург. Пандемия дала нам не только ограничения, но также и возможности для творчества, например, в туризме, для создания новых туристических продуктов. Италия в Екатеринбурге может стать новой практикой не рекламы поистине, а вовлечения, рождения, влюбленности, может быть, даже настоящей любви всех тех, кто побывает здесь, екатеринбуржцев, для влюбленности и любви в Италию, а для наших уважаемых итальянских гостей, участников деловой и культурной программы большой любви к Екатеринбургу и Свердловской области. И тогда мы будем встречаться с вами много-много раз. Мы на это очень рассчитываем и надеемся. У нас уникальная страна, уникальный народ, и мы рассчитываем, что мы обогатимся совместно, мы получим незабываемые впечатления от Италии, от дней Италии в Екатеринбурге, а вы от дней, проведенных здесь, в Свердловской области и в Екатеринбурге. Проект Иннопрома «Страна-партнер»
развивается в правильном направлении и настроении, в направлении сближения обычных жителей разных стран. Это поистине самая прочная и долговечная основа для развития взаимоотношений в разных сферах и в деловых контактах, и в рождении совместных проектов, которых, я уверена, у нас еще будет очень много. Я поздравляю всех с нашим праздником, с открытием. Хочу поблагодарить господина посла, наших итальянских друзей и партнеров, администрацию города Екатеринбурга, всех тех, кто принимал участие в организации этого праздника. Добро пожаловать, Италия, в Свердловскую область. Мы вас любим. Давайте показать этот любовь. Это любовь. Показываем. Форца, погромче. Где любовь, где амор? Президенты, ci vuole onorare anche lei di un piccolo discorso. Aspetta. Sarò molto breve. Comunque volevo ringraziare il ministro Casacova per essere qui con noi e Sua Eccellenza l'ambasciatore italiano per queste giornate, questo momento di inaugurazione e di apertura di questa settimana italiana. Большое спасибо госпожа Казакова, большое спасибо господин посол за то, что вы сегодня здесь на церемонии открытия этого праздника Италии. È importante per noi come Agenzia Nazionale del Turismo continuare a promuovere il nostro paese e facendovi vedere, facendovi vivere queste giornate nel vostro passaggio in questa bellissima piazza. Sono sicuro che avrete il desiderio poi di venire in Italia o di tornare in Italia per vedere dal vivo quello che qui potete iniziare ad assaggiare. Я возглавляю Национальное агентство Италия по туризму, и для нас очень важно популяризовывать нашу страну за рубежом, и я уверен, что вы, придя сюда, на эту замечательную площадь, окунувшись в этот великолепный праздник, почувствуете Италию, почувствуете ее вкус и захотите приехать посмотреть на нашу страну. Poi volevo ringraziare veramente quindi la città di Ekaterinburg, perché insomma siamo arrivati stamattina, ma ho potuto approfittare di questa giornata per vedere il centro di questa città e per poter quindi, vi garantisco che è per me la prima volta, ma il poter condividere con voi questo momento è per me un momento importante, anche perché è la prima volta dall'inizio della pandemia che esco dall'Italia e che quindi vengo qui da voi per ripartire insieme con l'Italia e con la Russia e il turismo nel mondo. Еще я хотел поблагодарить город Екатеринбург, потому что, вы знаете, я хотел поделиться с вами этим личным переживанием. Впервые с момента начала пандемии я покидаю пределы Италии, и вот именно сюда, именно Екатеринбург стал тем местом, куда я приехал. И я надеюсь, что это станет точкой нового старта, и мы все вместе сможем двинуться заново к новому интересному будущему Италии и Екатеринбург. Ci vuole raccontare anche lei qualcosa di interessante? Siamo tutti orecchi. Bene, grazie, io sono venuto in questa bellissima città per la fiera di Nobrom, ma sono molto contento di iniziare da questa festa, da questa piazza, anche da questo momento così importante del Museo del Presidente Yeltsin. Ecco, sono contento per due ragioni. La prima è che i prodotti che esportiamo dall'Italia, il Made in Italy, sono apprezzati nel mondo perché hanno questa magia di combinare cultura, territorio e prodotto. Здравствуйте, я очень рад принимать участие в этой церемонии открытия в таком замечательном месте рядом с Ельцин-центром. И я руковожу агентством по интернационализации итальянского бизнеса. И для меня очень приятно принимать участие в Иннопроме по двум причинам. Потому что, во-первых, мы занимаемся сельскохозяйственной продукцией, а итальянское сельское хозяйство соединяет в себе нашу территорию, нашу землю, которая дает нам эти продукты, и, собственно, сами продукты, которые мы экспортируем. Qui, grazie all'ambasciatore, grazie all'Enit, vedete il territorio e fra pochi giorni, con la mostra di Leonardo, la cultura tecnologica italiana di 5 secoli. A Innoprom gli operatori vedranno la tecnologia del prodotto.
Здесь, благодаря господину послу, благодаря агентству по туризму, вы видите то, что представляет собой наша замечательная земля. И совсем скоро, когда откроется выставка Леонардо, вы увидите и технологическую сторону нашей страны. E l'altra ragione per cui sono molto contento è che io credo che le fiere animino le città e siamo stati per un parecchi mesi. Questo происходит здесь, в Екатеринбурге, и я очень рад, что Италия принимает в этом участие. Grazie. Спасибо. Grazie Presidente Ice, quando ho detto dei prodotti italiani mi si è un attimo acceso il cuore, perché mi manca il parmigiano, mi manca la mozzarella, mi manca tutto. Так скучаю, он же рассказал про продукты итальянские, я просто вот трещина в сердце, все, скучаю. Но мы бы хотели услышать еще слово от нашего консула в Екатеринбурге. Это кусок Италии, прямо здесь в вашем городе. Президент Италии, nella città di Екатеринбург. Vogliamo sentire anche lei. Спасибо, спасибо вам большое. Но я очень рад обращаться к гражданам, которые вот большинство из вас меня знают, поэтому рад видеть много друзей среди гостей. Мы старались заказать итальянскую погоду. Получилось частично, только по температуре, но тоже. Нагреваем атмосферу! Facciamo una bella foto tutti insieme, dai, una bella foto, così ci ricordiamo di questa giornata fantastica. Aspetta che aiuto con i microfoni, leviamo i microfoni, se no la foto ci viene con i microfoni. Eccoci qua. Дни Италии в Екатеринбурге. Тепло, солнце, вкусная еда, счастливые лица. С этого дня. Улыбки, фелицита, счастье. Все в Екатеринбурге. Кусок Италии здесь для вас. Вот, вот, все заняты с телефонами. Это все импро, тут импровизация, я даже не знаю, что мы тут будем петь, что мы будем делать, фиг его знает. Сейчас поймем. Allora, маэстро, смотрите, по возможности добавляем немножко гитару, и как только поймем, что там заводится звук, тогда мы будем решать. Но пока вроде нормально. Окей. Вот, все близкие, как настроение? Вот, круто. Тогда, смотрите, я тут один. Как вы видите, тут бюджет маленький, поэтому у меня нет ни группы, ни барабанщика, ни, не знаю, трубы и так далее. Но я пока вроде справлюсь. А, труба. Вот она есть. А, гитара есть. Allora, гитара есть, голос есть. А самое важное, мне нужны вы. Allora, сейчас проблематично, потому что вы все с телефонами. А я хотел только что попросить как раз и поглобать все песни. Да? То есть, вы сегодня будете как моими барабанщиками. Окей? Попробуем тогда. Давайте. Форза, Знаете слова со мной? Раз!
пришел к одному, он говорит скороговорка. Наталья Александровна, это муж, да? И вы тоже с скороговорками общаетесь, да? Наталья Александровна, иди сюда, пожалуйста. Окей. А тут у нас телефон, красивые красные помады. Это кто у нас? Ай, воображение в семье не хватало. Это сестры. Эй, на самом деле, это смешно. Сестры. На самом деле, я так шучу, на самом деле, меня зовут... Ребята, хорошие мои родные, пока у нас опять договаривается про музыку, давайте шаг назад сделаем. Шаг назад, хорошо, отлично. Все прекрасно получается, вы молодцы. Загоняю людей, моя основная профессия на сегодня. Еще шажочек назад, супер, отлично. Справляетесь, классно, прям получается. Я иду с этого места. А, все, молодец, когда все здесь. Так, Роспотребнадзор, все окей? Так, достаточно воздуха для всех? Маски и расстояние, расстояние и маски, маски и расстояние. Мне кажется, из этого можно сделать классный бит. Tu fa mercato, 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 papara, senza me che dove fa? Tu fa vivere alla fonda, ma sapevi che ti è solo, voglio sempre di sopra, parlo rock and roll, la persona di me, tu fa mercato, 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 Vai, solo! A me proprio mi interessa tanto, mi lascia il strumento. Спасибо, Риша, показала, как по-настоящему танцевать, и я особенно не умею. Друзья, я бы сказал, что вы слишком... Thank you.
Bene. E adesso еще курней аплодисменты, пожалуйста, это наш посол, это наша гордость. Давайте, это лицо Италии здесь прям. Не слушаю вас, форца. Италия красота. Футбол тут, если никто не понял, но все поняли, да, футбол в Италии. Сборная Италии победила сборную Бельгии, вышла в полуфинал. Это во-первых. А во-вторых, я благодарю вас за то, что вы вручаете книги. Мы на базе библиотечного центра Екатеринбург создаем клуб путешественников. Vedremo film italiani, leggeremo ovviamente, quindi a tutti quelli che sono interessati alla cultura italiana diamo il benvenuto e a voi un caloroso ringraziamento. Grazie, veramente grazie, ed è per noi un piacere essere qui. Thank you.
залайкаем ваше видео, понимаете, каждого из вас. И вспомни. Итальян, ты из Кекатэн. Помнишь? Молодец. А вообще-то, если честно, я раньше выкладывал один сторис, и там я писал не Италия, Екатеринбург, и тоже. В Италии. Не, Италии, Екатеринбурге. И все эти ребята, благодаря, точнее, всем этим спонсорам, всей этой поддержке, мы с вами сегодня здесь можем встретиться. Я, конечно, напомню еще раз про дистанцию и маски. Да. Но я думаю, что за эти полтора года вы точно запомнили все эти необходимые правила. Завтра эти правила также нужно будет соблюсти. Завтра также будет работать фудкорт. У нас есть партнеры фудкорт. Да? Ручки.